тебя зовут, я уже забыл, да, ракетку. Эльдар. Так, играем на мячи. Давай, давай. Сюда. Ты правша? Да. Правой рукой за ремень. Вот твоя дистанция, которую чтобы подождать как на вверх. Ты же направляй свой бег вперед. Ты же бежишь вперед, а не влево-вправо. Получается, что ты время тратишь и дистанцию на разные движения, в разных плоскостях. Понял? В разных направлениях. А у тебя направление должно быть одно. Поэтому и бег должен быть такой. Согласен? Ну давай еще. Теперь это уже с ракеткой. Лови. Сколько тебе лет? Лет сколько? 9. Будет 10 в следующем году. Да? Так, вот тут он. Укороченный мяч ты должен достать. Просто бег. А тут так, как ты бегаешь в теннис. Значит, я тебе скомандую марш, и ты должен уже тут все равно, как ты бежишь, прямо рвать и метать. Но достать мяч, который падает второй отскок, чтобы мне не было. Спасти укороченный. Ну, давай, внимание. Хорошо. Да. Так ты бежал на меня сам. Мне не смотри, смотри на тот мяч, который падает. Еще раз попробуй. И ракеткой, и как трюшкой схвати. Внимание. Хорошо. Так, хорошо. Вперед. Раскачайся хорошенько. Отличный прыжок. Прыгаешь ты намного лучше, чем бегаешь. Намного. А ну давай еще раз. Ноги длинные, давай я сюда прыгаю. Отлично. Теперь назад. Еще раз попробую еще дальше. Так, понял. Влево. Правша. А вообще легче прыгать вправо. А ну еще раз. Попробуй, подумай о моих словах. А ну влево. Внимание. Куда? Влево. Да? Вот смотрите, координация странная. Правша, а влево прыгать легче. Это о чем-то говорит. Интересно. Хорошо. Бери мячи, разомни правую руку, расстегнулся. Не спеши. Не надо. Разомни руку, правую руку. Как ты бежишь, куда ты там бежишь? Ну скажи. До всего зеленого материала, да? Ну давай. Так, смотри. Есть и кое-что есть, но ты его взял просто так, как ты же хорошенько протяни это движение. Так, ничего, ну до сетки ты не добрось. Да, да. Фона ты не добрось. А то вот так вот. Я хотел попасть туда в карман. Попади. Не спеши, ты слишком быстро хочешь бросить. Еще раз посмотри на меня внимательно. Ты начинаешь бросок снизу.
вот отсюда швыряешь. А ты все-таки начни медленно, спокойно. А в момент движения, когда момент, вернее, того, как мяч выскакивает у тебя, выбрасывается из руки, вот там ты прилагаешь наибольшее усилие. Потому что ты отсюда уже швыряешь мяч. А ты его только в момент тогда, когда мяч уходит из пятерни. Понятно? Понял? Или я что-то слишком... Оно проимитирует, не просто. Что, болит плечо? Нет? Ну давай. Да, хорошо. Знаешь, я тебе буду бросать мяч, и старайся его поймать, чтобы он не упал на землю. Понял? Ты же старайся, и а мне брось вот так, удобно, я уже старенький. Во! Давай, давай, мяч. Это теннис. Дыши, дыши, дыши. Дыши, восстанавливай дыхание. Ходи, 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 дыши. Шенька, восстанови дыхание. Это тяжелое упражнение. Thank you.
вначале это все так, но вот то, что он поворачивается, уже не то. Смотри, Эльдар, значит, когда ты бьешь по мячу, прекрасно, но не грудью же ты бьешь, а у тебя получается, что ты грудью и ракетку еще сзади. Значит, ты должен ракетку понести вперед. Ракетку понести, а ты делаешь больше. Понял, да? А ну давай, контр-эффект покажи. Так, да, лучше. Да, не убирайся. Смотри, сейчас последнее уже все равно было вот так. Если это уже было вот так. Вот это, вот сюда, не отвойди. Левое плечо, наоборот, держи его. Это стержень твой. Вот через него ты можешь проходить. Понятно? Ну давай. Ладно. И еще. Смотри, встань сюда. Зачем ты сюда поднимаешь ракетку, а сюда делаешь замах? Вот же твой замах. Ты делаешь лишнее движение. Понятно? Вот это не нужно. Вот его замах. Вот это не надо делать, вот его замах. Ну, давай, попробуй, как я сказал. Видите, все равно головка ракетки идет вверх. Но это невозможно. Давай. Вот это отличный стоп, ошибка. Вот так поставь ракетку. Давай. Так, а что ж ты не ударил? Опоздал. Замечаний у меня нет, по крайней мере. Давайте слета посмотрим. Нет игра слета, а удары. Игра слета, это еще нужно оттуда выйти. Ракетку сюда, вот ты здесь ее держишь, а наоборот, вот головка ракеты, и вдавливая мяч. Только если ноги, если мяч низкий, смотри, если мяч низкий, то ты ноги не так, вот как ты играешь на прямых ногах, а мягко вдавливаешь. Давай, смотри, дави вот так, еще раз, дави вот так мяч, понял? Дави мяч. Струнами дави мяч, дави. Так. То же самое, хорошо. Дави мяч. Так, хорошо. Молодец. Дави.
движения по сравнению с ударом справа, рисунок движения такой же приличный, хороший, как удар слева. Рисунок движения, то есть техника. Мышь, ты бьешь? А ну попробуй. Свечку бросим. Все нормально, и ударим хорошо. Но не будто держи ракетку, когда мяч. Точно так же он бросал мяч. Вот так же он держит ракету. И отсюда хочет бить. Ты подними ее вот сюда и бей уже отсюда. Держи так. Видел, что свечка летит? О! Вот Миша! Прекрасный удар. Так. Вверх сразу ракету. Вот это я. Ну, влево пробей. Ну, вправо бежит. Вверх. Ракетка вот и идет сюда, а у него ракетка отсюда, и отсюда начинается движение. Зачем? Вот же проще. Все, раз и два. Понятно, да? Бери. Смотри, что ты должен сделать. Вот у меня как будто ракетка. Раз, два. Две фазы удара. Где ты? Не сюда, не отсюда, сюда. А раз, подбрасываешь мяч левой рукой, а правой рукой поднимаешь ракетку, и затем сверху идешь. Понял, да? Пройдите. Зачем ты сюда? Вот подбрасываешь мяч, вот подбрасываешь мяч, вот подбрасываешь мяч. Стоп, стоп. Зачем ты идешь сюда? Вот, и так и поднимаю. Попробуй. Да, только низко попросим, повыше. Ну, ничего. Смотрите, мяч подбрасывают даже слишком низко. Хотя я всегда прошу ниже. А он слишком низко. Выше чуть. Эльдар, чуть выше подбрасывай мяч, чтобы ты успел... О, это лучше, чтоб ты... Только смотри. Ты... Встань сюда. Смотри. Ты бьешь мяч как бы сбоку. А тут тебе надо в момент удара повернуться и пробить мяч вот тут. Тогда это будет пушка. Понял? А так это пиф-пам. Давай. Иди сюда, сделай такое упражнение, я покажу. Возьми мяч, ударь вот так, второй мяч чистый. Первый мяч ударь вот так пушкой, чтобы мяч туда отскочил. А второй мяч сразу же подай. Да, пол. А второй подавай. Запомни только, что ты сделал первый раз. Вот так же подай. О, все. Остальное будет вода. Хватит. Остальное будет вода. Хороший мальчик, материал хороший. Технически надо работать и играть в соревнования, а там уже посмотреть, как убийца. Да, да, так. Мяч только убивает. Убийца мяча. Все.